продолжается наше турне, блять. Теперь мы на Диком Западе. Надеюсь, не с дикими дебилами. Потому что прошлая игра — это просто пиздец. И это охотница. Чел, она... А это у нас из разряда таких: я продам свою жопу, но попаду в тебя с другого конца карты. И мне, да, интересно так играть. Не знаю, она видит меня, нет? Но она меня ищет. Она знает, что я здесь был. Наверное, зря я сейчас вернулся к генику и поплачусь за это, потому что, ну, очень быстро нам. Блять. Я, если бы не бежал, все бы было хорошо. Эта хуйня здесь не прокидывается. Ничего, не добьется этим. Придется ей устраивать свои майндгеи. Но слава богу, что это не прокидывается. Извиняюсь, это наши смс-уведомления. А, ну или кто-то нафидел Мэрса. На следующем придется кидать. Ой-ой. Я так понял, ты нихуя не делал, да? Она за мной побежит, потому что зазлится на меня. Не знаю, успею, нет? Я тут, скорее всего, получу в лицо, да? Блять, вот у тебя прям... мания, да, на все эти броски? Ой, ладно. Так, надо идти заводить там, где я доску скинул, потому что... ну, очевидно. Там небезопасная зона, на генник починить надо. Можно сделать тут байт, я сейчас немножко подзавожу. Типа, чтобы она тут потом покрутилась, если сюда прибежит. Потому что генник очень какой-то тихий. Так, все, хватит. Теперь пошли это заводить. Его никто не заводит, никого до него дела нет. Да что я обо всем стопнусь опять. Да, конечно, 80 секунд потратить на такой геник — это огромная роскошь. Ну вот почему. Да-да, мистер Трайхард. Ой. Повезло не более. Бля, ты меня очень бесишь своим ебаным трайхардом. Мне такое ощущение, что тебе, блядь, если ты не будешь трайхардить, тебя, блядь, застрелят. Вот честно, чел. Да, да, блядь, через все опрокидывает. Господи, больной ребенок, да угомонись же ты, блядь, поиграй в свое удовольствие. Господи, что за пиздец? Ой, она меня теперь видит. Надо ретироваться срочно. Да, 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 да. Нашла себе другого. Блять, это вообще какой-то трэш нахуй. Вот, блять, вот серьезно, чел просто сидит, блять, через все прокидывает. Никакого казуального геймплея, бля. Если не прокинешь топор, все нахуй. Весь экспириенс приятный от игры наверняка рушится. Просто покидать топорики нельзя. Нужно именно обязательно, блять. Она попадет? Да-да, конечно. Да-да, конечно. Так, Эйс побежал спасать. Сваливаем отсюда. У нас проблема в том, что там реально сейчас останется три генника. Я видел, они же там все впереди. Эй, Нэнси, привет, 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 привет. Лечи меня. Алло, ёбище, блядь, куда ты бежишь, конченая, блядь? Лечи меня, конченая, блядь. Посмотрите на этого имбецила. Ты мразь? Я буду сейчас скидывать все палеты, ебаный ты имбецил. Блять, какой же ты... Иди нахуй просто. Ой, а да, тем временем Эйс нихуя не спас, и Джейк умирает на крюке.
И на Нэнси у нас конченый имбецил, блять, который имеет 156 пинга. Забавно. А один вопрос, а как в это играть, блять, вот с такими долбоебами? Ну, я надеюсь, что я сейчас вытащу ключ с сундука, чтобы съебаться нахуй с этой карты. Ну, потому что играть против трайхардера одному невозможно. Даже учитывая, что они заводили, сейчас это ничего не значит. Фиолетовая аптечка — это круто, но... Блять, как же ты заебала. Долбоёб, блять. Вот опять у меня просто персонаж застопился, просто потому что, блять, ебучий криворукий... Ебучий криворукий маппер, блять, зачем-то вставил там ебучую коробку, в которую можно застопиться. Да, конечно. Не, я могу еще дольше, блядь, перелазить. О, боже, нахуй. Что вообще происходит? Ну это никак не выиграть. Ну все, пиздец у нас. Три гена в ряд, по-моему. Найдет за мной, нет? Да, идет. Блять, чел, ты такой, блядь, имбецил, я реально с тебя в ахуе просто, вот я тебе клянусь, блядь. Я тупее игроков, чем ты, нахуй, наверное, не встречал, блядь. Ой, все, это ошибка. Я думал, тут пробежать можно, я не заметил стену. Бля, ну это пиздец. Меня очень тошнит от этой игры и от вот этого пидораса, который просто сидит в кустах и нихуя не делает. Просто если бы этот конченый ебаный имбецил отвлек внимание на себя изначально и дал бы мне, блядь, спасти Джейка, сейчас бы все было по-другому. А так этот тупорылый пидорас сделал вид, что он пошел спасать, в итоге он ебучая сыкухая мразь, которая нихуя не делает и сидит только в кустах. Ой, блядь, за что за меня такие, блядь, ну это такие же конченые, как в прошлой игре. Абсолютно, блядь. Ой, ебать, я вижу красиво, нахуй. Прям по центру. Ну просто, блядь, как с ними играть в это? Как? Я, блядь, реально не понимаю этих. Ай, блядь, это вообще пиздец. Она сейчас еще каким-то образом умудрится закемпить все три гена, блядь, даже на втором этаже. И еще и меня. Вот так и будет. А они не идут меня уже спасать, им похуй просто. Ебанат эйс, смотрите. На втором этаже охотницы сейчас нет. Вопрос, почему он не заводит, почему он просто жмет Shift плюс V и другие, блядь, кнопки передвижения. Почему он не заводит? Он конченый ебаный пидорас? Возможно, смотрим его профиль. Скрытый профиль. Ебанашка оставила следы, да, и зашла в подвал. Теперь тупо сдохнет. И сейчас еще меня продаст. Без часов. Отлично, ты придумала, ебать. Понимаю. Повезло попасть. Бля, я... О, смотрите, мы упали, он стал заводить. Ну, блять, разве не замечательный игрок ли? Фу, блять, меня так тошнит от этого. Ой, блять, фу, мне плохо аж. На самом деле, это просто полный пиздец, а не суровый. И что, блять, что теперь, что ты заводишь? Что с этого, блять? Ёбаный имбецил, господи, блять, это... Фу. Ну как вот не гореть с такого? Ну как, блять, если такие вот, как такие люди, блять, находят кнопку включения компьютера? Как у них мозг, блять, работает? Я могу просто ливнуть, типа, чтобы не тратить время. Ну чё я лежу, умираю на земле, для чего, блять? Какой с этого смысл? Если бы я там еще не застопился, я бы, может, больше времени выиграл. Хотя какая разница, выиграл бы я время или нет, когда я бегал, а они, блять, оба дрочили и ничего не делали. Блять, это просто пиздец какой-то, это просто клоунада, блять. Понимаете, проебать такой охотнице, это, блять, невозможно. Почему? Потому что она тратит миллион времени в погоне, и вне нее, вне погони, то есть, блять, на свои ебучие прокидывания через очко своего... Ладно, не буду говорить кого. Просто тратит миллион времени на прокидку своих тупорылых, блять, топоров,
И она не может из-за этого выигрывать, вообще не может. Даже, блядь, против 20-х, которые просто ебальником в геник садятся. Я сейчас ей забыл еще барбекю. Ползу отсюда нахер, блядь. Фу, блядь, это вообще, ну, блядь, вот просто ебаный эйс. Он заруинил игру полностью. Тем моментом, когда наебал меня, что типа пошел спасать и тупо сидел АФК. И когда не заводил вот здесь, блядь. Когда мы уже вдвоем нахуй в итоге упали, он, блядь, стал заводить. Ну, молодец, блядь. Вовремя додумался. А я не знаю, где Люк, кстати. Люк, по-моему, где-то в той стороне. Но она тоже про него знает. Я туда не доползу даже. Как бы мне не хотелось. Вот был бы у меня перк тэпа, возможно. А, ну все, теперь она точно найдет Люк. Она сейчас пойдет просто его закрывать. Ну, не в плане найдет, а прям к нему бежит уже. Она пропала, да. Поползли просто к ней, потому что, ну, блядь, какой смысл мне тянуть время? Я не хочу это тянуть. Мне похуй. О, 250 очков дополнительно, понимаю. Бля, ты можешь меня как-нибудь найти, пожалуйста? Я заебался ползать. Ну, просто как одно уебище может заруинить игру? Вот, наглядный пример. Тупорылый пидорас купил себе, блядь, скинчики, а мозги не купил. Просто вся победа накрылась, блядь, из-за него. Ну почему так, блядь? Ну почему? Наконец ты меня нашла, блядь, господи. Долго же тебе, блядь, пришлось меня искать. У нее какая-то очень странная скорость визуальная. И даже это не кросс-платформа, то есть все игроки с ПК. Ой, блядь, это вообще... фу, просто, блядь. Такой игры с рвов хочется блевать. Я его ник не очень запомнил, но мне интересно, какие у этого пидораса тупорылого были перки. Вот он. Часы. Ой, блядь, спасатель Малибу ебаный.